Электронная книга бессмертного полка увеличивает гигабайты. Каждый день в городские МФЦ приходят десятки краснодарцев. Они приносят фотографии своих близких фронтовиков. Рассказывая истории родных, многие не могут сдержать слез. Сотрудники центра выслушивают каждого. Важна малейшая деталь. Из них воссоздается живая история войны. Чтобы герои попали в летопись страны, необходимо прийти в ближайшие МФЦ, принести фото и документы и рассказать историю ветерана. Чтобы воспользоваться услугой, нужно прийти с фотографией, которая имеется, либо это будет фотография на бумажном носителе, либо на электронном носителе. Мы ее отсканируем, увеличим, распечатаем на обычном формате А4 бумаги черно-белого цвета. Вот. Также желательно знать всю информацию о ветеране, дате рождения, дате смерти, в каких войсках он участвовал, какие боевые заслуги имеет. Вот какие ордена, медали, чтобы вся эта информация максимально была размещена на сайте. Распечатать портреты своих героев можно до 7 мая. Услуга бесплатная. Напомню, бессмертный полк прошагает по Красной в День Победы. В 2 часа дня горожане с портретами родственников фронтовиков пройдут от сквера имени Жукова до площади памяти героев к Вечному огню. Завершится акция в 16 часов.